Итак, мы связали с вами вот такое тельце зайчику. И сейчас мы будем вязать ручки. Одну ручку зайчику я уже связала. Вот так это примерно будет выглядеть. Вторую ручку мы свяжем с вами вместе. А вы вторую ручку свяжете потом самостоятельно. Итак, для того, чтобы связать нам эту ручку, понадобится пряжа белого цвета, как и ножки. Крючок у меня 2,25. Я вяжу, как вы знаете, из пряжи Ализе Лана Голд, 240 метров в 100 граммах. Итак, мы провязываем 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Во вторую петлю от крючка провязываем по цепочке 4 столбика без накида. Раз столбик. Два. Три. 4. И у нас остается последняя петелька, в которую мы провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Раз, два и сюда же 3. По другой стороне цепочки провязываем 3 столбика. Раз столбик, два, три. И в последнюю петельку провязываем в одну петлю 2 столбика, то есть делаем прибавку. Мы провязали с вами первый ряд. Возьмем маркер и отделим ряд от ряда. Следующий ряд мы провязываем. Первую петельку мы провязываем прибавку, то есть в одну петельку мы провязали 2 столбика. Далее мы провязываем 3 столбика, 1 столбик, далее в следующую петельку 2 столбик, в следующую петельку 3 столбик. И вот где мы делали в последнюю петельку 3 столбика, мы в эти 3 петелечки делаем прибавку, то есть делаем 3 прибавки. Первая прибавка. Вторая прибавка. И третья прибавка. Далее мы провязываем 3 столбика. Раз столбик. В следующую петельку 2 столбика. И в следующую петельку 3 столбика. Остается в конце у нас 2 столбика. Вернее, 2 петельки. В каждую из которых мы провязываем прибавку. То есть делаем 2 прибавки. Раз прибавка. И в следующую петельку, в последнюю, делаем еще одну прибавку. Маркером отделяем ряд от ряда. Следующий ряд мы провязываем. Делаем первую петельку мы провязываем столбик, в следующую петельку мы провязываем прибавку. В следующие 3 петли провязываем по столбику, по одному столбику. Раз столбик, два столбик, три столбик. Теперь комбинация 1 столбик прибавка повторяем 3 раза по кругу. Итак, столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик и третья прибавка. Далее мы в каждую петельку по столбику 3 раза. Раз столбик, в следующую петельку 2 столбик, в следующую петельку 3 столбик. Теперь столбик, прибавка повторяем 2 раза. Делаем столбик, в следующую петельку прибавка. Делаем столбик.
Следующую петельку прибавка. У нас по кругу получилось 24 столбика. Теперь эти 24 столбика мы провязываем 2 ряда без изменения самостоятельно. Провязали мы 2 ряда по 24 столбика без накида. Следующий ряд мы провязываем, делаем убавки через 2 столбика. Повторяем таким образом 6 раз, и у нас в ряду должно остаться 18 столбиков. Итак, столбик, следующую петельку, столбик, и делаем убавку. Снова столбик, столбик, делаем убавку. Это вторая была убавка. Столбик, столбик, делаем убавку. Это третья убавка. Столбик, столбик, делаем четвертую убавку. Столбик, столбик, пятая убавка. Столбик, столбик, и последняя, шестая убавка. В ряду у нас 18 столбиков. Сейчас 18 столбиков мы провяжем самостоятельно без изменения по кругу. 18 столбиков без накида. Провязали мы в ряду 18 столбиков. Теперь будем делать убавки через один столбик. Раз столбик. Делаем убавку, первую убавку за передние полупетельки. Еще столбик, вторая убавка, столбик, третья убавка, столбик, четвертая убавка, столбик, пятая убавка, столбик, и последняя, шестая убавка. В ряду у нас теперь 12 столбиков. Теперь эти 12 столбиков мы провязываем самостоятельно 5 рядов белым цветом. Провязали мы по 12 столбиков 5 рядов. Теперь мы меняем нить на другой цвет. Распускаем последнюю петельку. Вводим предпоследнюю. И вывязываем не до конца довязанную петлю. То есть у нас получается 2 петельки на крючке. Вводим ниточку желтого цвета, цвет рубашки. Провязываем сквозь эти 2 петелечки. Теперь берем, обрезаем белую ниточку, она нам теперь пока не понадобится, и завязываем кончики белой и желтой петли, подтягиваем саму петельку, чтобы она не распускалась. Таким вот образом, раз, два, ну можно для большей убедительности завязать третий узелок. 3. Это все у нас с обратной стороны внутренней части. Здесь мы уже наполнитель добавили и прячем сюда вовнутрь эти кончики. Поворачиваем наше вязание. Вот мы ввели с вами новую ниточку. И теперь мы будем делать, у нас в ряду 12 столбиков. В каждый столбик мы будем делать прибавку. То есть получается 12 прибавок, и в ряду у нас должно получиться 24 столбика. Итак, первая прибавка. Вторая прибавка. В следующую петельку третья прибавка. Следующая, четвертая прибавка. Следующая, пятая. И так по кругу.
Эти прибавки мы будем делать расширение нашего рукавчика. То есть здесь у нас как фонарик небольшой получается. Будем делать вот такое небольшое расширение рукава. Итак, делаем самостоятельно прибавки. То есть в ряду у нас должно получиться 24 столбика. Делали мы 12 прибавок. В ряду у нас теперь 24 столбика. И эти 24 столбика нужно провязать без изменений 3 ряда. Делаем это самостоятельно. Провязали мы 3 ряда по 24 столбика. Теперь мы будем делать 7 убавок. То есть делаем столбик. Раз. Делаем первая убавка. Столбик. 1. Делаем вторую убавку. Столбик. Делаем третью убавку. Столбик. Делаем четвертую убавку. Столбик. Делаем пятую убавку. Столбик. Делаем шестую убавку. Столбик. Делаем седьмую убавку. И до конца ряда у нас 3 столбика. Мы провязываем их просто столбик, столбик и третий столбик. В ряду у нас сейчас 17 столбиков. Эти 17 столбиков мы провязываем по кругу самостоятельно, без изменения. Вязали мы 17 столбиков. Теперь мы будем делать убавки через 4 столбика. Повторяем 2 раза. И у нас вот так делаем 1 столбик, 2 столбик. 3 столбик, 4, и делаем убавку. Снова 1 столбик, 2 столбик, 3, 4, делаем убавку. И до конца ряда провязываем просто 5 столбиков оставшиеся. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь у нас было 17, сделали 2 убавки. В ряду у нас с вами 15 столбиков. Теперь эти 15 столбиков мы без изменения провязываем 12 рядов. Делаем это самостоятельно. Провязали мы 12 рядов по 15 столбиков. Наполнитель не забывайте по мере вязания. И теперь мы будем делать убавочный ряд. Будем делать 5 убавок через 1 столбик. Убавка. Итак, столбик. Первая убавка. Столбик. Вторая убавка. Столбик. Третья убавка. Столбик. Четвертая убавка. И столбик. Последняя, пятая убавка. Теперь мы еще наполнитель, маркер можно убрать, наполнитель до конца набиваем ручку. Теперь ручку складываем здесь пополам и делаем за обе стенки руки 5 столбиков вместе, как бы сшиваем. 1 столбик, следующие 2 петли, 2, следующие 3. 4 и последние 5.
закрепляем ниточку. Ниточку для пришивания оставляем наши ручки. Такая вот ручка у нас получилась. Так вот немножко можно ее выгнуть. Она хорошо принимает форму. И вот эту ручку. И мы их пришьем после того, как свяжем голову, пришьем, чтобы это было все симметрично и красиво. Вот такие вот ручки. Мы будем вышивать коготочки на лапках. Делаем это, вот ввожу иголочку сюда и выводим произвольно. Еще раз. Подтягиваем коготочек, вводим иголочку сюда и выводим посередине. Так, и опять вводим и выводим вот сюда третий коготочек. И закрепляем. Вот такие коготочки получились. То же самое делаем с другой рукой. Отлично, коготочки будем вышивать и с этой стороны на ножках.
теперь будем вырезать ступни. Вот здесь вот будет как капелька, и можно сделать небольшие сюда, в эти стороны. Мы будем использовать розовый фетр. Это вот сделаем такие вот размером на лапки. Вырезаем на лапки 2 штучки. Воспользуйся горячим пистолетом. И приклеиваем вырезанные капельки. Таким образом ножки. То же самое делаем со второй ногой. Вот так вот получились ножки. Это ручки. Сейчас мы тесемочку приклеим как поясок. Можно его связать. Можно использовать уже готовую ленточку или тесьму.
Сейчас мы будем пришивать наши лапки к телу. Ровно по боку, да? И где-то раз, два, три. Три ряда сверху. Отступаем и к четвертому ряду пришиваем сначала с одной стороны, потом повернем ручку и будем пришивать ее с другой стороны. Прихватываем ниточку на теле, петельку, теперь за петельку руки. Снова петельку за тело. Теперь петельку от руки. Снова петельку за тело. Петельку от руки. За тело. Теперь ручку поднимаем и пришиваем по этой стороне. Таким же образом. И закрепляем ниточку. Ниточку обрезаем. Таким вот образом мы пришили лапку. Пришиваем вторую лапку аналогично. Самостоятельно. В отношении нашего зайки я хочу использовать вот такое боа, которое было приобретено мною на Алиэкспрессе. Оно такое пушистенькое и будет такую создавать легкость и воздушность нашему зайки. Я хочу это сделать на ножки, приклеить и на ручки.
Такое у нас получилось. И то же самое делаем на ручки и на ножки. Ну а теперь нам необходимо сделать хвостик. Хвостик я беру из вот такой вот, воротничок был у старенькой курточки, да? Вот я отрезала маленький кусочек, теперь я сейчас его буду сворачивать и сшивать. И вот такой вот помпончик мы пришьем или приклеим сзади нашему зайке, такой воздушный. Ну, я сейчас попробую собрать вот на эту же ниточку, которую мы вязали. Ну, вы можете на обычную хлопковую ниточку собрать. Ну, в общем, сворачиваем вот так и прошиваем. Сворачиваем, прошиваем. И вот так вот по кругу. Вот такой помпончик делаем. Вот так вот я сшила. И вот такой помпончик у нас получился. И я его буду приклеивать на клей. Вы можете его пришить или приклеить. Смотрите, как вам нравится. Можете на кофточку сверху, можно под кофточку. Я буду делать под кофточку. Вот так вот и прижать. Такой вот хвостик.